«История, память, единство». Праздничное мероприятие по таким названиям в городском дворце культуры объединило мазыряна разных поколений. Студенты, школьники, пенсионеры, руководители предприятий, организаций, рабочие, служащие. 7 ноября – день Октябрьской революции. 106 лет назад выстрел легендарной «Авроры» возвестил о равенстве, единстве, братстве. Вспомнили и о круглой дате – 105-летии Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. За этими датами стоит целая историческая эпоха. Время великих свершений, энтузиазма, побед и открытий, романтики и творческих поисков. Отметила, поздравляя участников праздничного мероприятия, председатель Мозырского исполнительного комитета Елена Павличко. Сегодня Беларусь, усвоив уроки истории, уверенно идет по выбранному народом пути развития, в основе которого завоеванные октябрем идеалы мира, свободы, равенства и социальной справедливости. Республика Беларусь – одно из немногих государств постсоветского пространства, политическое руководство которого не допустило бездумного развала экономики и сохранило в народной собственности природные ресурсы, землю, стратегически важные промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Белорусская модель развития, сохраняя систему социально-нравственных ценностей, рожденной Октябрьской революцией, позволяет вести государственное устройство в интересах белорусского народа. Уважаемые мазыряне, еще раз примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания здоровья, благополучия, мира, добра и дальнейших успехов в созидательном труде на благо нашей Родины. С праздником! В этот день было много поздравлений. Грамоты и благодарности от Мозырского исполнительного комитета, от Совета депутатов, самым достойным жителям Мозырщины за активную гражданскую позицию и значительный личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. А еще юбилейные награды к 105-летию комсомола, время летописи которого соединило судьбы миллионы людей. А общий подарок – праздничный концерт от талантливых мозырских артистов. Он прошел на одном дыхании. После каждого выступления бурные аплодисменты. Праздник удался на славу и стал отличным началом предстоящих больших выходных. Светлана Грудько и Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».